Всем привет. Нашли в Калязине какую-то школу, скорее всего, может, интернет. Вот сейчас находимся на спортивной площадке. Площадка вообще наглухо заросла. Вон баскетбольное кольцо одно поломанное, а вот второе. За ним тоже какая-то площадка есть. Вся территория наглухо просто. Просто наглухо заросла. Вот. Вот так выглядит. На входе там сидел какой-то алкаш, бухал что-то. Вот. И неподалеку там тоже какая-то толпа людей сидела, праздновала. Ну, наверное, не получится на второй этаж попасть. Потому что она, походу, вся вообще разрушена. Вот здесь сколько бутылок накидано. Сейчас попробуем внутрь попасть. Пользуется спросом. Я думаю, это место питания всех разных школьников, ну, которые любят бухнуть. Только вообще наглухо, ты посмотри, тут все завалено. Вообще просто все. Вообще потолок обрушился. Здесь, по-моему, несколько потолков рухнуло. В сильном запущении, в сильном. Вон детвора там резвится с алкогольными напиточками. Что-то жгут там.